В Тверской области в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» на обеспечение ежемесячных денежных выплат при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет из федерального бюджета будет дополнительно направлено без малого 24 миллиона рублей. В 2018 году ежемесячные выплаты получали более 6 тысяч семей. Расходы на эти цели составили 910 миллионов рублей. Также дополнительно 64,5 миллиона рублей с федерального бюджета будет направлено на обеспечение ежемесячных денежных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям льготников. Сейчас в регионе такая поддержка предоставляется почти 50 тысячам семей. Помощь многодетным – одно из ключевых направлений работы правительства Верхневолжья по улучшению демографической ситуации. Программа, которую утвердил наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы активно участвуем в этой программе. Для дополнительных средств тоже даст возможность со стороны Российской Федерации нам улучшить положение наших многодетных семей.